Кремнички, любители природы, всем привет из леса трутовиков. Выбрали сегодня опять чуть-чуть с другой стороны, заехали несколько километров. Будем искать. Не знаю, повезет нам, не повезет, что найдем. 14 мая сегодня 2021 года. И мы в Одесской области, в Беляевском районе. Идем, что-то если найдем, обязательно вам покажу и расскажу. Вот очень интересный грибок попался. Он на тополе, на коряженный тополе старого растет. Такой вот какой-то желто-оранжевый. Очень плотный. Запах какой-то есть, не мог понять. Только что один такой срезал уже. Впервые вижу такой. Так самое интересное, гименофора я вообще там никакого не наблюдаю. Но сейчас я попробую срезать. Ага, вот еще маленький один, видите, там же, вот такой формы, валежина тополевая, вот такой гриб. Сейчас покажу его снизу, упал, конечно, вот смотрите, никакого гименофора нету, плохо видно, блин. В общем, я не знаю, что это такое, даже не догадываюсь и примерно. Ну, кто знает, специалисты, может, подскажите. Вот такой вот грибочек. Вот такой же грибочек, смотрите. Ну, точно такой же формы, опять же, гименофора не видно. Ну, в смысле, не видимый, ну, просто он там неотчетливый. А вот, смотрите, оказывается, они еще и большими вот такими бывают. Что за гриб? На валежине какой-то, не могу теперь сказать, что это. По-моему, это, опять же, какой-то тополь. Что это, чешуйчатка какая-то? Или какой-то пилолистник? Так это еще не все, посмотрите, то еще небольшие. Вот они, какие тут у основания. Вот такой красивый, но он сантиметров 15, чтобы вы правильно поняли. А вот тут еще больше, вот уже такие вывернутые немножко. Сейчас я покажу вам, ну вот старенький, наверное, срежу один, чтобы специалисты, может, посмотрели. Вот такой вот гименофор. Запах, не знаю, ну, запах, как у, похож вот на пилолистника тигрового, вот. Может, тоже какой-то пилолистник, понятия не имею. Ну, шляпка такая вот мягкая, как... ну, как губочка такая. Тут, ну, тут тоже такая же структура. Что за гриб, подскажите, я... потерялся. Так, а вот и первый результат по цели сегодняшней. Трутовик серно-желтый. Очень светлый. Желтый-желтый прямо. Ну, свеженький. Вот. Такой. С килограммчик мяска. Ну, берем. Берем и дальше. Есть надежда, что уже начали расти. Ну вот, посмотрите, маленький какой красавчик, трутовик серно-желтый. Но это тоже классический такой, оранжевого цвета. Но очень молоденький, он мокрый, мягусенький. Ну, вон отпечатки пальцев остаются. О, через какой бурелом пришлось пролезть. Ну, берем, ищем. Да вот, посмотрите, красота какая. Далеко было видно, яркий такой, красивый ТСЖ. Так, ну, и... трутовик серно-желтый, если что. Кто еще не знает, что такое ТСЖ, это аббревиатура. И еще называют его в Америке, насколько я знаю, древесным цыпленком, лесная курица и так далее.
Очень вкусный, нежный гриб в молодом возрасте, супер просто. Пробовали жарить его в прошлый раз. Сейчас хотим попробовать засолить и замариновать. Посмотрим. Ну, кстати, видите, он такой маленький вроде. Я тут увидел кое-какую штуку. Не знаю, получится или нет. В общем, смотрите. Вон там еще вон под корой растет. А? Не такой уж он и маленький. Придется, правда, повырезать. Попробовать. Но супер. Почти ведро уже есть в общей сложности. А вот пень какой интересный. Смотрите, ну, на возниках не буду сильно останавливаться. Они тут уже немножко старые, почти все. Вот тут есть пилолистник тигровый, который в прошлый раз мы собирали. Вот они. Ну, тоже такие немолодые. А вот какая-то меценка, наверное. Мелочь, смотрите, какая. Мелочь, она меньше, вот смотрите, как пол ногтя. Ну, может, чуть больше. А вот там еще молоденькие такие же, смотрите, сколько их. Ну, как бы по виду вообще не знаю, что это. Пластиночки, конечно, там очень редкие, широкие, если видно. Вот, посмотрите, какая красотища. Прошлись так из километрик, наверное, ничего не находили. А вон тут какие молодые. Ну, это совсем, это молочные. Ой, мокрый. Ой, бож. Супер. Это кондиция, ну, просто самая-самая. На все. На пожарить, на гриль, на мариновать. Вот видите, раз, два, три, я вам уже показал, да? Вот видели, раз, два, вот малюсенький, три. Так это еще не все, вон еще. Вон, видите, снизу дерево еще, очень молодой. И вон такой же. Вот он, ТСЖ в самом соку. Все, берем. Ну, это вообще красотища. Вот, буквально 10 метров. Они, ну, метров 30 прошли, вон если между кустов еще виднеется. Тут поваленное дерево, где мы прошлое срезали. И вот, смотрите, это что-то. Опять молочные. Сколько их тут, этих тел плодовых. Вы что, вы что? Ой-ой-ой. А вон еще маленькие лезут. Ну, тебя трогать не будем. Все, берем. Вот так, ребятки, выглядит трутовик серно-желтый прошлогодний, перезимовавший, полностью высох, по консистенции очень похож на пенопласт. Такой чуть тверже, как стены утепляют. Ну, легкий-легкий. Вот на такой коряжине. Ну, свежего нету на ней все. Я думаю, что обязательно вырастет. Вернемся сюда еще, наверное, в этот лес. Время сморчков, к сожалению, все отошло. Вот, увидели, совсем уже никакущие. Ну, зато будем сзади, они растут. А вон большой какой был, упал. Сморчок съедобный или обыкновенный. Ну, идем дальше. Ой, друзья, они такие красивые. Я, ну, вот подскажите, ну, кто же это такие, а? Прям не грибочки, а прелесть. Есть подозрение, я просто на самом деле не помню, как он выглядит, но пилолистник бокаловидный. Он, это не он. Вот они побольше, вот поменьше. И все красавчики. Ну, те, что я и вначале там снимал. Ну, прям суперские. А вон, посмотрите, курочка на деревце. Вот, красавец. Молоденький какой, смотрите, яркий. Ну, берем. Супер. Супер будет сегодня, солененькие, жарененькие, по-моему.
А вот вроде и повезло, а вроде бы и как бы и не достать. Вот грибочек красавчик. Ну сколько метров? 5,5, наверное, 6. Ну 5 точно. Вот такой свеженький, хорошенький. Но не по нашу душу. И наши еще попадутся. Вот эти неизвестные мне грибы, которые я подозреваю, что пилолистник бокальчатый, но есть сомнения. Или бокаловидный, как он правильно называется. Он, кстати, сухой, прошлогодний. Вот они какие красавцы. Очень похожи на вешенки. Очень жду от специалистов информации об этом грибочке. А вот уже идем в сторону машины. Вы посмотрите, какого красавца увидели. Вот прямо возле реки. Вот такая большая ива поваленная. И такая красота. Такой яркий, сочный. Красавчик. Ну все, режем. Может, еще что попадется. Что, друзья, идем мы уже к машине. Очень устали. Протопали не очень много, но местность пересеченная. То вода, то болото. Результат отменный. Потом сфоткаю вам. Ну, навскидку 15 кг ТСЖ. В принципе, по съедобным там особо больше ничего не было, кроме вот загадки грибной очередной. Ну, если кто знает, еще раз прошу, подскажите. Ну а так, супер. В конце будут обязательно фотографии. Ставьте лайк, подписывайтесь. И всем всего доброго. До встречи через неделю, а то и раньше. Thank you.